Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 30 мая канал ТВЦ покажет четвертую часть сериала «Метод уборщицы». Расследуя убийство молодой женщины, Александра выходит на необычный любовный треугольник. Выясняется, что убитая была беременна не от мужа, а от его брата. Казалось бы, мотив на поверхности. Однако у обоих братьев железное алиби. И тогда Саше приходит в голову, что на эту ситуацию можно взглянуть совсем с другой стороны. В городе находят труп неизвестного, который невозможно идентифицировать, так как его лицо и руки сожжены кислотой. В его кармане находят записку, приглашающую исследователей сыграть в игру и предотвратить следующее убийство. Саше приходится идти на поводу у маньяка, разгадывая все новые ребусы в попытке спасти намеченную жертву. Показ сериала состоится 30 мая на канале ТВЦ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!